Всем привет, с вами Рома и Лиза. И сегодня мы будем проходить карту в Майнкрафт, и я точно не знаю, как она называется. Лиза, прочитай правила. В общем, первое, строго следовать сюжету, не забегать вперед и не пытаться обмануть карту. Второе, играть на мирной сложности. Проверяем. У меня мирная. У меня тоже. Третье, не ломать и не ставить блоки, если не просят. Четвертое, не использовать моды. Пятое, музыка, то, ну, это нам не надо. Шестое, частицы минимум. Что? Ладно, обязательно поставить специальный ресурс пак. Пошли вы. Если играете на сервере, включить командные блоки. Наслаждайтесь игрой. И так. Тут написано «Рождественское приключение». Значит, она так и называется «Рождественское приключение». Теперь мы знаем, как она называется. А автокарты и вот этот вот человек, я не знаю. Адскай, короче, док. Какой-то док. Нажимай. Загрузка. Что со мной происходит? У меня какая-то наркомания. Нажми тоже начать игру. Где я? Я в темноте. О, все, я здесь. Меня травили. И со мной что-то про какое прекрасное мороженое утро. Нужно позавтракать, горячее кофе с хрустящим тостом. То, что нужно. Вон там себе половинку, я оставила денежек. Денежек? Тут денежки есть? Ну, типа того. Блин, меня травили. Мне тоже. Команде. Так. Надо поспать, наверное. Блин, спать можно только ночью. Ладно, мы не будем смотреть таймсет и сразу пойдем. Куда мы пойдем? О, вот, я нашла какой-то сундучок. Деньги, деньги и одежда. Потом нужно сходить в кафе. Я заберу себе штаны и ноги, а ты забирай кошку и тело. Пожалуй, не буду брать все, возьму только телефон и несколько денег. Ты где это читаешь? А, понятно. Мне приходит это. Ой, такая разница. Так, нет, это сюжет. Я нашла хот-дог. Я возьму два хот-дога. Здесь нить какая-то. Что тут? В раздачке забери потом. Сейчас. Рыба? Блин, мне надо поесть. Рыба называется хот-дог? Да, я тоже это прочитала. Ой, все, я выздоровела. Сейчас я поем. Я немножко. Тоже. У меня голос снизился. Нет, ладно, у меня все. Что-то с голосом. Так, все проверяем. О, так. Мне дали броню. Это я тебе ее оставила. Блин, я не могу. Взяла бы хотя бы шлем себе. Зачем? Я взяла себе ножки и ножки. Ножки и ножки. Ножки и ножки. Итак, я пойду наверх. Так, здесь все закрыто, а идем вниз, значит. Вниз. Будем рыбой отбиваться. Так, здесь. Тоже пусто. Вниз. 5, что-то тут. 6. 3, 4. Значит, нам надо искать один. Значит, один внизу. Так, вот один нет. Значит, 2. Вот еще какие-то дверки. Что это с ними? Зачем они? Я сама не нужно? Понимаю. Прикольно. Что там? Я думала, там конец карты. Ой, шарики. Я тут... Зачем ты их переворачиваешь? Смотри, как красиво. Я тут шарики заберу, никто не против, да? Лиза, посмотри, как тут красиво. Да подожди, я тут шарики разбираю себе. Я тебе сейчас половинку дам. У меня есть 10 штучек. Сейчас. Ой, красота. Мне нравится, что у меня виснет. Видишь, какой снег прошел? Он только что тут был. Я видела. Красиво было. Так, что вы здесь? Ой, привет, житель. Ты не виснешь, а я висну. Ему надо деньги, печеньку. Печаль. Ключ от двери слева. Что, это он тебе сказал? Он тебе что-то сказал? А, нет. Эй, ты зачем его бьешь? Он не принял мои деньги. Бесплатная вода. А у нас как будто есть что-то. Где она? Где бесплатная? А, я нажал. О, мне дали бесплатную воду. Еще одну. Еще. Так, сейчас я тут с ним подвигаюсь на кнопку. Мы евреи. Все. Оп. Все, я у него взяла ключ от двери слева. А ты как с ним менялась, что ты ему дала? Бесплатная вода. Смотри, сколько у меня воды. Я с деньгами с ним поменялась. Подожди, мне нужно убрать воду. А где ключ от... Вот это, что ли, дверь слева? О. Я зашла. Что тут написано? Фото для персонала. Да ты там шевелишься, я уже тут кнопочку поставила. Да потому что со мной проблема. Хочешь сыграть в мини-игру? Хочу. Что это? А тебе разве не надо строго следовать сюжету? Ой, блин. А, мне насрать. Я не могу найти. Все. Так, что здесь? Начать мини-игру и... Что это? Зачем мы туда делали? О, мне написали. Здравствуйте, правила игры таковы. Угу. Я знаю номер или цвета. Цвет, и ты быстро нажимаешь на соответствующий блок. Готово, ну тогда начинаем. Начнем. Так, тебе еще... только это пишут или обоим? Обоим. Почему же не пишут ничего? Зеленый. Карта. Я тыкнула уже. Может, надо обоим? Это я должен был тыкнуть. А, голубой. Ну, я нажал. Должны вдвоем значит тыкать. Синий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эй-эй-эй, почему я не могу нажать? А, 7, 7, 7, где 7? Блин, вот оно. Фиолетовый, блин. Фиолетовый.
Здесь еще не по порядку расставлены. Угу. Один. Один. Вот она, один желтый. Долго будем играть в эту игру? Розовый. Короче, ты там играешь. Может, что-то дадут за это? Там мне уже надоело. Ладно, уходим отсюда. Ладно. Не и сейчас не еще закончили. Кнопку заберем. Так, откроемся. Ой. Ма! Черный мне попросил. Я забрала кнопочку, мало ли она понадобится. Стоп, тут нет черного. Ладно, продолжим. Гениально. Так, я тут еще тоже водички наберу немножко. Там открыл дверь, пошли дальше. Какую надо? Дверь? Где надо? Ты уже вышла. Да, а ты что думал? Эта карта всегда нам теперь будет писать что-то. Они уже достали эту карту. А как я открою эту дверь? Блин, меня тут отравил. У меня тоже. Слышишь, как я к тебе попаду? Может, давай ты пэшнемся? Ну ты пэшкай. Ой. Как тебя зовут? Здесь смерта. Бывает. Ладно, пошли к нашему домику, где уже. Неизвестная команда. Тут нельзя тпшкаться. Да подожди, я уже здесь рядом. Ты что, выйти не можешь? Да, не могу. Сверху кнопка. Сверху? Да, ой, она просто чёрная, я не вижу. Все, пошли, пошли назад. В общем, я не знаю, что нам надо делать. Боже мой, как ты здесь виснешь. Здесь они не пишут почему-то. Стоп, игра окончена. Ты молодец, видно, что старался не зря. Ты победил. Что? Ты наверх ушла? Да. На самом деле это была всего лишь шутка, это механизм настоящий. Я манипулировал тобой ха-ха-ха, несмотря на это ты заслужил приз. Вот. Мне дали 5 печенек. Мне тоже дали 5 печенек. Отлично, отлично. А теперь иди дальше по сюжету. Какой сюжет? Какой сюжет, я даже не знаю. Ладно, давай, что ты нам с самого начала писал? Что это можешь дать на блок золота? Пожалуйста. Ой-ой-ой, давай назад на блок золота. А где он? Ладно, я шучу, уходи. Ладно, мы пошли, все, пока. Как они пишут это так? Ты наверх, да? Да, подожди, я не знаю, куда нам идти, что там писали, я-то не читала, что писали. Нету, ну я тоже как бы не читал. Ты тоже не читал? Ну что-то, это же как бы сюжет. Чего там? Может, сломать надо? Ой. Нельзя блоки ломать, он же говорил. Ой. Ладно, сейчас я почитаю, что там. Здравствуйте, правила таковы. Так, нет. Потом нужно сходить в кафе, пожалуй, не буду брать все, возьму только телефон и несколько денег. Значит, нам надо сходить в кафе. А где тут кафе? Это был тот мужик. Где тут кафе? Где тут кафе? Это где я был? Ой, да. Где мы были, да? Да, где мы были. Мне кажется... А где тут кафе? Вот, она прям... Вот. Вот она. Выйди из этого здания. Житель. Сейчас я иду. Что тебе можно дать, житель? Да я у него уже кнопку от двери взяла. Сейчас я приду туда. Угу, я тебя вижу. Где? А, туда. Угу. Почему он не пишет на табличках? Хорошо. Ой. Угу, не знаю. Ладно, давай я сюда зайду. Еще раз. Кнопка. А? Все, мы здесь. Куда кнопка? И куда дальше? Здесь огромная печенька. Печенька. Люди всякие. Почему складно встать на блок золота? А где он? Вот это что ли, около печеньки? Здесь ничего больше нету. Я стою уже тут, на блоке золота. Блин, хватит там стоять. Я не про это говорю. Все, выходим. Угу. Это, наверное, было кафе. Хотя я не знаю, куда нам теперь идти. В общем, да, все, как-то уж слишком. Открой мне двери, пожалуйста. Так, пожалуйста, сверху там кнопка есть. Я тебе не прислугу. О, здесь есть сундук. Да, в сундуке пусто. Ладно, пошли туда тогда. А жителей убивать не по закону можно? Не надо убивать жителя. Угу. Здесь еще один житель. Может, красивый. Это кафе? Здесь житель нам предлагает обменяться на цветочки. Ух ты. Наверное, какой-нибудь цветочник. Зачем нам цветы? Не знаю. О, вот здесь еще какая-то дыра. Дыра? Это похоже на изумрудик. Ты вообще где бегаешь? Я вот тут. Похоже на изумрудик. Вот кафе. Привет, как дела? К нам привезли новые плюшки. Что, будешь пончики или пирожное? Дай мне один пончик попробуй. Звонит телефон. Алло? Здравствуй, сынок. Как твои дела? Приезжай к нам. Так, хорошо, ждите меня к вечеру. До встречи. Так, почему он мне не дал пончик? Где мой пончик? Да, это изумрудик, это броня.